смотреть новости на телеканале Хабар 24. В студии работает Сергей Гергель. Здравствуйте. В преддверии учебного года не все казахстанские школьники получили учебники. Их приходится самостоятельно покупать тем родителям, чьи дети ходят в частные школы. Это сильно бьет по карману, заявляет мама, ведь один комплект учебников в среднем стоит 20 тысяч тенге. Катерина Попкова разбиралась в проблеме. Подготовка к новому учебному году у матери троих детей Аиды Тулигеновой включает обязательно поход в книжный магазин. В школе выдали только два учебника. В прошлом году, когда в первый класс, мы 10-12 покупали первый класс. А в этом году, наверное, вдвойне будет уже. А мы сейчас только два книги получили, а остальное нужно купить теперь. Полный комплект учебников в этой школе никто из учеников не получает. Директор сетует, средств нет. Эта школа частная, но она получает госзаказ. Поэтому дети учатся здесь бесплатно. А вот обеспечивать их учебниками и компьютерами на период дистанционного обучения не могут. Наша частная школа работает на госзаказе. Согласно подушевому финансированию, учебники не заложены в наш бюджет. К сожалению, сейчас эта проблема не только в нашей школе, а вообще во всех частных школах страны, потому что ни АСП, ни учебники, ни компьютеры, которые предусмотрены в государственных школах, не являются вот такой привилегией у нас. Деньги, выделяемые из бюджета, идут на оплату комуслуг и зарплату педагогам, рассказывает директор. Из фонда учредителя руководство школы закупило немного книг, но их на всех не хватает. Родители, которые не могут позволить себе купить учебники, теперь хотят забрать документы. Но соседняя государственная школа переполнена. В законе об образовании четко сказано, что государство обеспечивает, вне зависимости от формы собственности, школы, методическими пособиями и учебными материалами. То есть это обязанность государства. На сегодняшний день, к сожалению, частные школы полностью закупают все книги сами за счет, естественно, родительской оплаты. Казахстанские дети могут учиться в частных школах за счет государства уже не первый год. Это делается для того, чтобы решить проблему нехватки мест. Действительно, частные школы не снабжаются учебниками и методическими материалами. На встрече я у многих премьер-министров была, министров была, которые вот у нас были до. И каждый раз говорили, что ну как бы школ немного, почему бы не решить, почему бы не добавить. Родители говорят, что права их детей ущемляют. Сегодня в Казахстане работают 182 частных школы. Большинство из них находится в Алмате. Катерина Попкова, Марк Брюшко, Нурмахан Мусатов, Нурмахан Бекмуратов, Хабар 24. Актюбинские школы готовы к приему детей. Через несколько дней в регионе начнут свою работу 3000 дежурных классов. Традиционным обучением будут охвачены учащиеся младшего звена. Остальные продолжат получать знания в режиме онлайн. Каким образом все это будет происходить, узнавала Айсулу Махмутова. Будущая первоклассница Куркем Бергалиева к 1 сентября готовится основательно. Уже запаслась книгами, школьными принадлежностями и формой, выучила цифры и алфавит. С нетерпением ждет встречи с классным руководителем. Однако родители опасаются за здоровье ребенка. Конечно, лучше учиться в школе, контактировать с учителями напрямую. До этого подали заявку для посещения дежурной группы, но теперь боимся. Возможно, даже откажемся. Разное говорят. Создадим условия дома. Телефон и интернет есть. Между тем, к приему детей в актюбинских школах готовы на 100%. В привычном режиме образовательные учреждения будут посещать учащиеся младшего звена. В каждом дежурном классе, которые формировались по желанию родителей, по 15 человек. Ребятам рекомендуется приходить на занятия в защитных масках и соблюдать дистанцию. При ухудшении состояния здоровья оставаться дома. На входе их будет встречать наша школьная медсестра. Будут измерять температуру. Родители должны будут довести до школы, узнать состояние ребенка. Если у ребенка температура или насморк, мы ребенка будем возвращать. Мы уже приобрели бактерицидные лампы, антисептики, дозаторы, тепловизоры, дисковрики. Они все у нас есть, и мы уже готовы детей встречать. Более 900 учащихся 28-й средней школы продолжат получать знания в режиме онлайн. Учащимся 5-11 классов раздали учебники, проверили обеспеченность телефонами, компьютерами и интернетом. Условия есть не у всех, но вопрос решается при поддержке профильных ведомств, отмечают специалисты. В этом году мы снова будем учиться дома. Вот получаю книги. Wi-Fi, телефон, все есть. Но не хватает общения с друзьями. Скучаю по преподавателям.
Тем временем все школьные учителя этим летом изучили основы дистанционного образования, прошли специальные курсы, освоили работу на главных интернет-платформах Дарын Онлайн и Белемленд. На этом портале возможно все. Организовать онлайн-чат, видеоконференцию, отслеживать посещаемость занятий, ход выполнения домашних заданий. Они будут трехуровневые. На каждом ученик сможет зарабатывать баллы, которые впоследствии повлияют на итоговые оценки. Между тем, условия для обучения на дому созданы далеко не для всех. Помимо того, что не хватает компьютеров, имеются проблемы с доступом к широкополосному интернету. Мы провели анализ и установили, что 27 тысяч детей не имеют доступа к хорошему интернету. Это жители новых микрорайонов, дачных массивов и пригорода. В настоящее время ведутся переговоры с операторами сотовой связи. За каждым закреплена определенная территория. До 10 сентября вопрос решится. Школьная форма в связи с последними событиями остается свободной, поэтому родители запасаются в основном теплой одеждой. Привычного ажиотажа в магазинах канцтоваров тоже не наблюдается. Айсулу Махмутова, Айбек Даутов, Актобе, Хабар 24. Больше 20% школ Узбекистана не обеспечены элементарными средствами гигиены. Ситуация обеспокоена международной организацией. Ведь в сентябре за парты вернутся 6 миллионов учеников. Но учебный год у наших соседей начнется не 1, а 14 сентября. Жасын Беркенов о том, каким будет День знаний в Узбекистане. Вопрос, как начать новый учебный год, в Узбекистане оставался открытым долгое время. Ранее местные власти уже разработали 3 варианта развития событий. Предполагалось, что если эпидситуация улучшится, дети вернутся в школу, а если нет, останутся на дистанционном обучении. Однако остановились специалисты на третьем, более гибком варианте. Теперь звонок прозвенит как в школах, так и онлайн. Причина такого решения объясняет министр народного образования страны Шерзват Шерматов. Остается оптимальным только третий вариант. Гибридный вариант, где мы предоставляем право родителям выбирать, какой вид обучения. Мы планируем открыть 14 сентября в понедельник. Во всех школах. Но до этого мы планируем за неделю до этого в некоторых школах просто провести своего рода тренинг. Эксперимент в части обучения. Эксперимент для апробации всех тех инструкций по организации учебного процесса во время пандемии. Стоит отметить и тот факт, что большинство узбекистанских родителей все же за новый формат обучения. Согласно анкетированию, которое провели в профильном ведомстве, 70% из 1 миллиона опрошенных выбрали для своих чад дистанционное обучение. Остальные за традиционные уроки. Пояснили в министерство также, что будет, если у кого-то из детей во время учебы диагностируют коронавирус. В этом случае власти не намерены закрывать всю школу, изолируют только одноклассников заболевшего. Не ученики будут ходить по разным классам, а они будут сидеть в одном классе, а учителя будут приходить. Соответственно, как уже представители СС уже сказали, если будет обнаружен коронавирус в одном классе, мы закроем только этот класс. Однако одной разовой дезинфекции проблему не решить. Чтобы избежать новой вспышки заражения, нужно как минимум соблюдать санитарные правила. Тем временем в Узбекистане на сегодня из 10 тысяч школ 17% не имеют доступа к чистой питьевой воде. Еще 22% не соответствует элементарным санитарным требованиям. Эксперты разводят руками. Во многих учебных заведениях зачастую нет даже простого мыла. В течение 2 лет где-то 1000 школ улучшили состояние обеспечения водой, то есть они были подключены к централизованной системе водоснабжения. Но все равно остаются многие школы. Ну почему они так остаются? Потому что в том населенном пункте нет централизованного обеспечения водоснабжения. Уже поставлена задача хакимиатам для того, чтобы они обеспечивали и водой, и мылом. То есть все равно, даже мы говорим антисептики и так далее, да? Но все равно самое лучшее средство – это мытье рук мылом. А пока школы готовятся к новому учебному году. Учителя массово сдают тесты на коронавирус. По информации профильного ведомства, 500 тысяч педагогов проверят на наличие заболевания. Ко всему прочему, им сделают еще и прививки от ОРВИ. Жасын Беркенов, Икеля Жаноспан, Хабар 24, Ташкент, Узбекистан.
Казахстанская делегация во главе с министром информации и общественного развития Аидой Балаевой в рамках рабочего визита в Казань встретилась с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества. Казахстан и Татарстан намерены в ближайшие годы нарастить товарооборот до 1 миллиарда долларов. За первое полугодие 2020 года он составил 393 миллиона долларов. Аида Балаева провела также встречи с государственным советником Татарстана Ментимером Шаймиевым и руководством Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям Татмедиа. Кроме того, казахстанская делегация примет участие в праздновании Дня Республики Татарстан и столетия образования Татарской АССР, а также посетит объекты историко-культурного значения. Договорились о том, что проводить по онлайну какие-то совместные семинары, в котором будем обмениваться, во время которого обмениваться опытом работы, который у нас существует, и наработками делиться друг с другом. Нам тоже интересно то, что у вас происходит. Татарстан и Казахстан связывают многовековые экономические связи. Еще до Российской империи в древние времена наши предки торговали. Работал Великий Шелковый путь. Сегодня можно сказать, что мы продолжаем эти традиции, продолжаем очень активно. Наши руководители находятся в постоянном контакте, несмотря на коронавирус. Рабочие делегации Казахстана прибывают в нашу республику. Совсем недавно были достигнуты серьезные договоренности о развитии совместного производства шин в Уральске, углубление локализации продукции завода КАМАЗ. Комплекс мер по реабилитации и соцзащите населения, проживающих на территории бывшего Семипалатинского полигона, должен заработать в Восточно-Казахстанской области. Государственный секретарь страны Кырымбек Кушербаев прибыл в Семей со специальной миссией передать обращение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по случаю дня закрытия Семипалатинского ядерного полигона. После возложения цветов к монументу «Сильнее смерти» участники встречи почтили память пострадавших минутой молчания. За 40 лет действия полигона на его территории было взорвано 456 атомных и водородных бомб. Тогда от последствий испытаний атомного оружия пострадали 1,5 миллиона человек. Он предусматривает комплекс мер по лечению, оздоровлению, реабилитации, социальной защите населения и социально-экономическому развитию территорий бывшего полигона. Системная работа в этом направлении продолжается. В настоящее время правительством Республики Казахстан рассматривается дальнейшее поэтапное расширение спектра социальных гарантий для указанной категории граждан. Члены Государственной комиссии по подготовке и проведению 175-летнего юбилея Абая ознакомились с социальными объектами, которые реконструировали в этом году. Делегация посетила обновленный музей и театр имени Абая, а также побывала на родине самого поэта. Асем Утешева продолжит тему. Семей площадь Абая приобрела совершенно новый вид. Территория возле памятника великому мыслителю полностью отремонтирована. Выделили и зону отдыха для жителей, установили детские спортивные площадки. Фундаментально изменились театр и музей имени Абая. Здания стали просторными и светлыми. Однако реконструкция не помешала сохранить их историческую особенность. На 10 языках мира уже изданы произведения Абая. Создана Академия Абая. Это научно-исследовательский институт в Нур-Султане на базе Евразийского университета, который будет эпицентром исследования вокруг обоеведения. Историческую местность Асырт-Каскабулака, где родился поэт, тоже благоустроили. Здесь туристы смогут напиться воды из чистого родника и вспомнить слова назидания, которые выгравированы на плитах. Несмотря на то, что мы не смогли широко отметить юбилей Абая, мы видим, что его наследие возносят на новый уровень. Строятся новые объекты, ремонтируются старые памятники. Мы этому очень довольны. Место захоронения династии Кунанбая в Акшоке тоже превратили в культурный центр. Здесь за короткий срок построили и открыли новый музей, посвященный истории и жизни отца Абая. В экспозиции собраны данные, о которых ранее было неизвестно. В районном центре караул построили современную школу, лицей имени Абая на 300 мест и парк площадью 15 гектаров. А мемориальный комплекс Аждибай, где захоронены Абай и Шакарим, после реконструкции теперь станут настоящим достоянием евразийского континента.
поручение выполнили не просто как поручение, а от всей души. Видно, что все те, кто участвовали в этих работах, от всей души хотели прикоснуться к источнику нашего духовного развития, нашему духовному наставнику Абаю. По словам специалиста, всемирная пандемия – дело времени, а вот наследие Абая останется с нами навсегда. Поэтому на родине великого поэта в честь его юбилея были реконструированы сакральные места, которые войдут в туристическую карту. Азия Мутешева, Берег Жубалай-Улы, Хабар 24, Восточно-Казахстанская область. И на этом все. Следите за развитием событий вместе с нами на телеканале Хабар 24. Всего доброго.